каким из знаков зодиака у вас получится отличная криминальная парочка. Объединившись с этим знаком зодиака, вы станете отличной криминальной парочкой. Бонни и Клайд просто младенцы по сравнению с вами. С таким соучастником вы способны на все, причем некоторые из этих зодиакальных знаков могут стать для вас полной неожиданностью. Однако они обладают качествами, которых не хватает вам, и в сочетании вы можете компенсировать недостатки друг друга. Один – это человек действия, а второй – искусный планировщик. Кто же этот ваш совершенный друг? Номер один. Овен и Скорпион. На первый взгляд эта пара означает катастрофу. Слишком много огня может создать смертельный вулкан. Но когда эти знаки объединяются, их не остановить. У них обоих есть качества, необходимые для решения любой возникающей проблемы. Скорпион любит думать, прежде чем действовать, в то время как Овен – это знак движения и активности. Скорпион помогает Овну быть более решительным, а Овен делится со Скорпионом своим позитивом и энтузиазмом, что облегчает планирование захватывающих приключений. Номер два. Телец и Весы. Кажется, что эта пара не сработает из-за негибкости Тельца в определенных ситуациях и напротив чрезмерной гибкости Весов, жаждущих поддерживать гармонию. Что же связывает эти два знака? Они оба ценят искусство, красивые вещи и путешествия. Весы дают Тельцу положительную мотивацию, чтобы заставить его начать свои проекты или заняться каким-нибудь хобби. А когда Весы сами сталкиваются с проблемой, то Телец обязательно даст им полезный и обоснованный совет. Номер три. Близнецы и Рак. Близнецы и Рак потрясающе взаимодействуют. Они объединяются на интеллектуальном уровне и любят говорить о массе вещей. Рак искренне обожает близнецов и всегда поддерживает их, когда им это безумно необходимо. Близнецы, с другой стороны, дают Раку поддержку интеллектуальную. И они достаточно мудры, чтобы его правильно подбодрить и направить. Как только близнецы понимают, что Раку нужно утихомириться и не устраивать выброс стрессовой энергии, они сразу же приходят на помощь. Номер 4. Лев и Козерог. Лев и Козерог могут многое натворить в совместном бизнесе. Сообща, они будут подталкивать друг друга, чтобы добиться больших успехов. Эти знаки не понимают, почему они должны работать вместе, и считают, что они отлично справляются сами по себе. Но вдвоем они образуют мощнейший тандем. Например, Лев будет играть ведущую роль в планировании своих вечеринок, в то время как Козерог предпочитает работать за кулисами. Лев займется развлечением гостей, а Козерог будет заниматься обеспечением питания и декора. Номер 5. Дева и Водолей. Этот дуэт любит технологические новинки и вещи, требующие утонченного мышления. Водолей – это оригинальный мыслитель и новатор, предпочитающий действовать быстро. Деве же нравится материализм, прагматизм и реализм, поэтому оба знака умеют создавать симбиоз мыслей, планов и действий. Эта разумная парочка всегда поддерживает друг друга и ждет взаимного одобрения. Номер 6. Стрелец и рыбы. Стрелец и рыбы тоже неплохо срабатываются.
Стрелец – это мыслитель, который отправляется туда, где его ждут новые знания, открытия, впечатления и ощущения. Рыбы же несколько замкнуты и предпочитают свой собственный и обособленный мир. Тем не менее, оба жаждут знаний и будут действовать вместе, чтобы их получить. Стрелец всегда будет поддерживать рыб, если у них возникнут проблемы, побуждая их действовать более решительно. А рыбы подставят стрельцу плечо, чтобы поплакаться и выговориться, а также помочь стрельцу стать более мягким человеком.